И вот эти на три эти штуки, на три эти штуки, как это называется, на три удлинителя туда, на три удлинителя туда. Три удлинителя я подсоединила через вот эту лестницу, нагрела воды. Ну, представляете, да, вот присоединила, нагрела воды, потом это отсоединила, вон они валяются. В общем, вот так. Так что вот так вот, Татьяна. Дайте мне эту штуку. Вот красненьким надо будет замотать. Сейчас, сейчас я тут сейчас буду брать. Вот сюда. Вот красненький, пожалуйста. А зачем мне ежи? А, вы красненьким? Ну да, красненький. Тогда... А где этаж? Вы можете спуститься, закрыть пока. Чего? Гараж? Да. Ну, он, в принципе, мне больше не нужен будет. А, то есть спуститься, его закрыть. Просто да? Подключить котел розеткой. И этот, как он называется? И идите сюда. Нет, как не нужно, а вы уже как бы это, да? Что как бы? А, котел. Сейчас, ну хорошо, хорошо. Сейчас я там закрою, котел я подключу. Котел я подключу. Это я закрою. Почему вы спросили, что сосед уехал или нет? Он просто всегда так странно выходил, когда я приходил. Ну так вы еще. А, то есть вы его видели, да? Конечно, дедушка, что он меня спрашивал. Значит. А, ну знаете, он выходил и спрашивал, потому что у меня были записки его. Он мне там записки понаставлял, я записки его выкинула. А. Я вообще свет на втором этаже видела. Ну, я не знаю, может быть, там, конечно, кто-то другой сидит. Вообще, недавно я тут даже видела свет, и я его тоже не вижу. Но знаете что, я, конечно, не знаю, может быть, он уехавший, но его присутствие всегда такое, знаете, вот это вот. Ну, негативный человек такой. Ой. Он был нормальным. Расскажите, как у вас дела? Что вы там? Он был нормальным, знаете, пока думал, что все будет, знаете, тип-топ, как там вот... Для него, в его жизни, в общем, даже не знаю. А вы каким боком к его жизни относитесь? Я каким боком? Вот этой лестнице. А. Ой, в общем, даже, да, каким боком. Я тоже, знаете, честно говоря, когда въехала, даже не ожидала. А кто, вот... кто вам сейчас везет? Высокий парень? Стас? Еду. Ну, из нашей фирмы заказывает? Ну да, да. Я, нет, это я из салатницы заказывала. А. Да, он, знаете, вот он... Высокий, меня... темненький мальчик такой. Да, высокий такой. Стас, хороший парень. Ну да. Я его оставил на свое место. Да, они мне зарплату не давали. Ну, они, вот, короче, меня, мои деньги не вернули до сих пор. Я мучаюсь, короче, с ними. Я их нахрен послал. Вот. Так, иногда просто иду там, такси беру, ну, чтобы хотя бы хоть какие-то расходы были, а то вообще как бы печально в последнее время. Ну, понимаете, без работы особенно. Ну, как работа есть, только я на стажировке сейчас. Балтийский завод устраиваюсь. Электриком.
Вот эти вы их те, с которыми нужно, ну как бы их всего три, да? То есть три вот это как-то соединили. Естественно, сначала. Ну, подождите, все-таки каждый какой-то там это. Ну вы думаете, что я сейчас делаю, чтобы потом мне звонили и говорили, что что-то натворил? Не, я не такой. Нет, я уже, честно говоря, спрашиваю, потому что, знаете, я, может быть, и сама бы это сделала еще вчера. Ну вот, но что-то как-то не вникла в вопрос, как это тут это сделать. Ну а зачем вам вникать? Нет, ну потому что если бы вы не приехали, а мне нужно это, мне это, зачем вникать? У меня воды не было, я вчера помыла. Я почему отделил, я вам объясню теперь. Вот почему они отдельно. Нельзя вместе заматывать их, потому что здесь три контакта будут, может замыкание сделать, если вдруг где-то что-то. Ну, в общем, сюда, да. Печку, в общем. Теперь, конечно, нужно там посмотреть. Пойдем посмотрим. Так, это ваше, это мое. Включен ли там, включен ли? Пойдем посмотрим. Так, а куда я дел так отвертку? Да, я там отвертку дел. Так, наверное, то есть вы хотите сказать, что раз он не выходит, только он в прошлый раз, по-моему, не выходил, когда вы приезжали. Да? Так, да я его один раз видел. Пойдемте. Хорошо. Пойдемте. Так, что вот так вот. Ну да. Уж думала, знаете, все договорилось, будут машины это пускать. Слушайте, ой, Матильдочка, моя красота. Нагуляла? Ну да, нагуляла. С мокрыми лапами идет. Только и убирайся. А где у вас эти автоматы? Вот они, вот здесь, в моем ящике, вот в этом. Ну да, должен включиться. Вот он включился. Вот здесь сюда, здесь ты нажат. Старт делаете? Что? Рестарт. Не надо. А ну, зачем рестарт? Я вот тоже так подключила, и он что-то такое и подключился. Сюда, в общем, короче. Все, это сделано. Ну да, да. Все. Матильдочка, не надо, пойдем. Матильдочка. Матильда, все, пойдем наверх. Ты же умная кошка. На ручке? Я здесь тебя оставить не могу. Ричи покушать хочет. Ладно, все, пойдем. Матильда. Ах, это моя красота. Возьмите ее на ручки. Давайте. Возьмите ее на ручки. Эту красоту. В общем, намокла она. Угу. О, а лапы-то какие грязные. Откуда у нее такие грязные? Знаете, лапы надо ей протереть. Протрите ей лапы, пожалуйста. Чем? Тряпкой. Протрите ей лапы. А может быть, давайте и вы, потому что я держу же ее. А вы будете. Как-то неудобно держать и протирать. Ну, слушайте, вот только расслабишься, только вымылась, только расслабишься, и все. Только воду нагрей, то лапы помой. Вы знаете, вы как-нибудь ее так, потому что она может это поцарапать еще грязными лапами. Да? Ой, она меня уже испачкала. Ну, слушайте. Так. Держите ее там, где-нибудь на полу держите. А, на полу держать? Сейчас я перчатки надену. Мне кажется, что уже они чистые, потому что она вытерла одну. Да. Это вам так кажется. Да? Мало того, что свои ноги вот протираю, я там вот хожу по этой лестнице, и знаете, вот это уксусом Матильда. Протираю. Давайте. Уксусом протираю. Хотя бы, она же ко мне на кровать потом пойдет, вы понимаете, да? Ага. На чистые простыни, а вы говорите. Вот за ней. У нее вчера вот были чистые лапы. Матильда, ты чего так шкодничаешь? Потом она на кровать пойдет. Так я ручку помою пока? Да. Вот эти, подождите, я с чашки уберу. Понимаете, вот только убирайся. Воды нет, вот эти посуду надо было помыть. Только убирайся. И только раз, только красиво оденешься. Угу. Думаешь, знаете, будешь красиво ходить. В общем, то это кошка маленькая. У меня еще котенок. Вы видели моего котенка? Пока не видела. Не видели, да? Вот она, смотрите, я на нее... Она под ноги попалась, в общем, как-то так. В общем, эти кошки и на стол прыгают. Ну, это хорошо. Ой, в общем, здесь, в общем, вот так. Так, все, я понял. В общем, система должна быть, конечно.